Мы просто куклы, но смотрите, нас одели. И вот мы жители витрин, салонов, залов. Мы манекены, молчаливые модели. Мы только копии с живых оригиналов. Но поставь в любую позу, положи да посади, и сравнение в нашу пользу. Манекены впереди. Нам хоть Омск, хоть Ленинград, хоть пустыня Гоби, мы не требуем зарплат, пенсии над гроби. Мы манекены, мы без крови и без кожи. У нас есть головы, но с ватными мозгами. И многим кажется, мы на людей похожи. Но сходство внешнее, по счастью, между нами. Мы выносливей и где-то мы надежнее, в этом суть. Элегантнее одеты и приветливее чуть-чуть. И на всех сидит наряд в тютельку и в точку. Мы стоим шеренгой в ряд, локоть к локоточку. Перед нами толпы суетятся и толкутся. Под самым носом торг ведут, шуршат деньгами. Но манекены никогда не продаются. Они смеются бутафорскими зубами. В нашем детстве нас любили без носов и без ушей. Нас детишки в ванне мыли в виде кукол-голышей. В детстве людям мы нужны, но когда мы повзрослеем, без одежды мы цены вовсе не имеем. Зато мы многого себе не позволяем. Прогулов, руганий, склок, болезней мнимых. Спиртных напитков в перерыв не распиваем. План не срываем и не пишем анонимок. Мы спокойней суперменов. Если где-нибудь горит в 01 из манекенов, ни один не позвонит. Не кричим и не бузим, даже не деремся. Унеси весь магазин, мы не шелохнемся. И наши спаянные дружбой коллективы почти не ведают ни спадов, ни накалов. Жаль, допускают все же промахи и срывы, плохие копии живых оригиналов. Посмотрите на витрины, на подбор все как один. Настоящие мужчины, квинтэссенции мужчин. На любой, на вкус, на цвет, на любой оттенок. Да и женщин в мире нет лучше манекенок.